Всем привет, это установочный центр PC-Auto. Сегодня у нас новейшая Kia Rio, пробег 500 километров. И, значит, магнитола, не скажу как называется, скажу вам только то, что здесь 7 Android 7.1.1. 8-ядерный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти. Значит, магнитолу мы поставили, плюс ко всему была установлена камера заднего вида клиента. Значит, показываю вам, включается задняя камера, заднюю показывает заднюю камеру. Более того, поставили еще переднюю камеру. Здесь поставили кнопочку, попросили, значит, по просьбе. У нас сейчас показывает передняя камера. Втыкаем заднюю, показывает задняя камера. Задняя камера приоритет. То есть можно ехать вперед, смотреть переднюю камеру до тех пор, пока не включаем кнопочку. Значит, подсветка здесь красная. Такая же, как и родная. Что еще хотел сказать? Кнопки на руле покажи. Здесь такая комплектация, да, то есть мало кнопок на руле. Все кнопки программируются, громче, тише, вперед-назад, треки, это все дело есть. Программирование. Эквалайзер, интерфейс радио. Играет наше радио. Все можно настраивать так. Радио можно свернуть, оно на фоне играет. Радио можно закрыть кнопочкой закрыть. Точно та же музыка, музыкальный проигрыватель. Здесь у нас счастливые китайские тетки поют. Ну ничего так поют. И видео. Видео у нас здесь есть немножко китайской порнухи. Кстати, в 4К видео офигенско кажет. Значит, экран IPS на 4К видео. Ну, вроде как написано, что 4К. Офигевшим качеством, прям нереально. Можно перемотать. Вкусная еда. Жрут они там, да? Хотя, может, там не разрешает это есть. Запроданные балалайки, как бы, да. Китайцы жрут утку свою. Это жирно. А, вот 1900 в натуре. Вот он качество видео, которое есть. Ну, это не 4К, но... Ну, 4К написано. Вышли. Видео показывает без тормозов резко. Открыли видео. Показывает видео. Открыли музыку. Нормально. Открыли музыку, показывает музыку. Опять открыли видео. Просто жрет все. Вообще без разницы. Значит, работает штатная USB. Штатная AUX здесь присутствует. Подключена и работает. Плюс ко всему, в бардачке у нас запасная USB-шка и 4G, ну, слот под 4G сим-карту. Такая железная пистя. Вот. В целом, подходит хорошо, покажи без щелей. Немножко снизу, может быть, есть здесь, но это не видно, потому что магнитола идет нахлёст аж торпеды. Дай фонарик. Ну, короче, да, она немножко внахлёст торпеды, поэтому... А так все прекрасно. Вот здесь четко подходит. То есть ты снимаешь, куда я не свечу. Ну, вот эта штука, значит, тоже подходит здесь четко. Да. Она пластиковая, но выглядит под металл, да. А-ля карбон. Ну, как алюминий такой, прессованный, не знаю. Чёрт, да, значит, в нашей комплектации кондиционер, в смысле, ну, обычный конди. Вот, в целом, все остальное... Как обычно, подогрев руля, подогрев жопы, подогрев всего и вся. Сейчас без сюда... подлокотника. Без подлокотника, да. Это прям печально, у меня аж рука дергается. Прям... Ну, можно поставить пиваса. Я бы скрылся. Три. Три пиваса. Кстати, да, баночкой потестить бы. Ну, мне кажется, баночки... 2,5, смотри. Баночки вылезают. Все 2,5. Написано? Литруха влезет, нет, я тебе говорю. Литруха влезет, да? Ну, это хорошо, прям сзади. Сейчас что-нибудь пиратов прилетит. Ну, в общем, вот такой вот девайс. Что еще сказать? Они обычно все просят, чтобы интерфейс показать. Ну, интерфейс, я думаю, что здесь можно удержать, выбрать обои. Там, не знаю, живые обои какие-нибудь. Живые обои отсутствуют, короткие. Обои. И там. Пиздат, давай такие. Можешь сделать такие обои. Красиво? Красиво.
сюда был установлен Яндекс.Навигатор, был установлен Navitel, Torque поддержит, Play Market, все это работает уже здесь, еще раз повторяю вам, Android 7.1.1. 500 громкая связь, сейчас она подключена к моему телефону, соответственно, и включается она моментально, работает все прекрасно. В принципе, и все. Всем спасибо, обращайтесь, это был установочный центр PC-Auto.